В Славгороде не только молитвой и разговением после поста отметили праздник Рождества Христова. Молодежь не стала сидеть дома и откликнулась на приглашение принять участие в рождественской гонке на лыжах. Замечательно, что зимняя погода никого не страшит, тем более сегодня замечательная погода, тихая, спокойная, зимняя. Рад видеть вас, молодых, задорных, заинтересованных здесь, на этой лыжне, собравшихся, ну и показать свои успехи, свои возможности, свои спортивные дарования. И в то же время, я думаю, прославить пришедшего в мир Господа и Спасителя. Глава администрации Славгорода Людмила Подгора и епископ Славгородский Каменский Антоний, открывая мероприятие, пожелали спортивных побед участникам. Они были разных возрастов и уровня подготовки, но это не помешало состояться празднику, проведенному по инициативе спортивной школы епархии. Некоторые здесь впервые встали на лыжи, а другие – уже победители и призеры различных соревнований по лыжным гонкам. Одни оттачивали мастерство, другие учились у сверстников, но все одинаково хорошо отдохнули на свежем воздухе. По окончании гонки участников и болельщиков ждали призы и чай со сладостями.